Депутат Государственной Думы Александр Толмачев проголосовал на выборах президента России. Он отдал свой голос на избирательном участке в Щелкове в школе номер 17. Сделал это очным способом при помощи бюллетеня, а также проверил работу избирательных участков. Я все эти 3 дня нахожусь на округе, посещаю избирательные участки, общаюсь с избирательными комиссиями, жителями, которые приходят голосовать. Ну и думаю, раз я на участках, значит, можно и проголосовать тоже очно. Тем более, когда этот формат уйдет в прошлое, вот, и будет только электронно, поэтому пока есть такая возможность традиционно проголосовать, я сделал свой выбор в таком виде. Прийти на избирательный участок или же выразить гражданскую позицию посредством электронного голосования решают жители. Сегодня заключительный день голосования. Сделать свой выбор можно до 20 часов по местному времени. Важен голос каждого. Евгения Корытько, Щелковское телевидение.